Введение уголовного закона, который вступает в законную силу с 19 июля этого года, в виде отмены так называемой общей конфискации, ну, наверное, прежде всего преследует цель справедливости социальной, как одной из целей уголовной ответственности, потому что при общей конфискации имущества очевидным является то, что могут пострадать члены семьи, близкие родственники, лица, которые обладают тем или иным имуществом на праве общей совместной собственности и так далее, с обвиняемым. Взамен этому виду дополнительного наказания упражняемому будет применяться так называемая специальная конфискация, суть которой будет состоять в том, что у виновного лица будет изыматься предмет преступления, доход, нажитый преступным путем, либо при отсутствии такого предмета преступления или дохода, взыскиваться денежные суммы, либо материальные ценности. В санкциях статей Уголовного кодекса во всех, с одним исключением, случаях общая конфискация заменяется на штраф в качестве дополнительного вида наказания.